что не притекает. Поэтому это нужно все. Надо, чтобы было видно сводки. Ну, наверное, желательно, потому что в Самаре стоит тоже значительно масштабное. В Астрахани стоит. Там стоит. Солидный гитарный предприятие. Вообще было разумно закончить этот маршрут и посмотреть на памятник основателя города Саратова. Это было просто замечательно. В Казани стоит отличный Лобачевский, который стоит на небольшом холмике из брусчатки, как будто он просто среди всех. Я всегда, когда бываю там, мне просто восторг вызывает. Потому что вот идешь, и тут Лобачевский. Он выше нас, но тем не менее. Он красив. Поэтому тут надо просто обсуждать и думать. Но это вопрос серьезный, что здесь кончается маршрут, или он продолжается он продолжается, или он продолжается налево. Нет, налево, как он традиционно набережная. Нет, маршрут ушает направо, идет по набережной. Идет до городского парка. Да, городском парке заворачивает. Вращается. Нет, я просто тому, что маршрут продолжается и налево. Ну да, ну, он традиционный. Единый, ну, к речному вокзалу, собственно, ничего удивительного. Ворота города. Да. Вот туда и основатели города к воротам. Можно туда, да. Ну, здесь хорошая задумка. Было бы лучше место возле Словакии поставить памятник основателя. Это был самый лучший. Вот в пустыре, который... Это историческая часть города, было вполне резонно поставить памятник. Смотрите, как получается.